Всем привет, ребята, с вами Юранг. Мы продолжаем, точнее уже как бы сюжет у нас фактически закончен. Нам с вами, значит, было главное задание у нас с тобой оставалось, это... Так, Суперпук 2077, это у нас Фантом Либерти, значит, призрачная свобода, журнал у нас с тобой было, это... Занять чем-нибудь в ожидании новостей от Рида. Значит, у нас с вами что произошло? Когда я прекратил запись, значит... У нас с вами случилось следующее. Когда я прекратил запись, у нас с вами случилось следующее. Значит, слушайте меня внимательно. Подожди. Вот к этому, товарищу. Значит, мне позвонил мистер Рид. Ой, мистер Рид, ёлки, как тебя звать-то, блин? Мистер Хэнс, мистер Руки. Ручной мистер мне позвонил. Значит, он мне позвонил и сказал, что у него какие-то хорошие, типа, новости, нужно с ним встретиться, все дела, тра-та-та. Он мне, типа, предлагает какое-то задание, по всей видимости, в очередной раз. Он сказал, тебя эти новости не разочаруют, приезжай. И я что решил сделать? Генератор, фильтр, инжектор, и все фирменное, что такое. Вообще, такие слова, по-моему, обычно говорили в метро, Экзодусе. Здорово. В смысле? Ну, работай, хрен ли, ты ж продаешь. Можно тебя купить чем-нибудь? Цилиндры, да, слушай, там же тоже были околевалы, подшипники. Ёлки, она что, Жигули, что ли, разобрала, я не пойму. Походу, Жигули разобрала, слышь. И продает все. На цвет мед теперь, по частям. Ну, смотри, вот одна шина от Жигулей, это чьи-то сапоги вообще, чьи-то задрысанные. Ну, походу, где-нибудь купила, наверное, в фикс-прайсе, по дешевке. А продает в 2-3 раза дороже. Вот он, детский бизнес. Значит, что хотел сказать. Ну, смотрите, что я сделал. Продал лишнее оружие, все мы с тобой попродавали. Киберимпланты я поставил, значит, улучшенную операционную систему, биотехника, вот такой версию 3, уровень 4. Она просто, по-моему, мистика там, то ли урон там, то ли чуть получше был, то ли чего-то у него, в общем. Значит, поставил Кироси Оракул. Крутая штука, нереально просто. Она во время сканирования подсвечивает врагов в радиусе 15 метров, в том числе через преграды. Камера турели в радиус 30, взрывное устройство, ловушки с прицелом не дали 22 метров от меня. Хорошая штука. Можете почитать, если кому интересно. Укрепленные лодыжки 4-го левела, также киберимплант поставил. Они увеличили, если ко мне броню. Но и дополнительно также грузоподъемность совсем чуть-чулечку увеличили, по-моему. Ускорение восстановления здоровья. Вроде как прыжки, что чуть больше стали. А также улучшил атомные датчики, поставил себе 4-го уровня. На все остальное денег просто не хватило, потому что все довольно дорогое. Ну, как и в реальной жизни, да? Поэтому в данном случае, что мы имеем, то мы имеем. Давай мы с тобой перейдем как к мистеру Хэнсу. Простите за такую задержку. Так, ну вот сюда, наверное, поближе пойдем. И потом мы с тобой пойдем туда. Будем с тобой проходить дополнительные задания. Я надеюсь, что я не забуду дать пояснение, что это доп. Миссии. Я об этом подпишу информацию, потому что это я сейчас сам для себя говорю. Ведь ролики сейчас до сих пор не опубликованы, потому что у меня в планах начать публикацию всех видеороликов только тогда, когда я полностью пройду. То есть, если вы сейчас видите эту серию, значит, скорее всего, я всю игру полностью прошел со всеми доп. Миссиями. Я, наверное, передумал, ребятушки, проходить повторно уже с другой концовкой игру, потому что я что-то как-то чутка бомбанул. Акинтач десту. Ты куда? Кентажис, кто там с кем борется? И что происходит-то? Кто с кем? Кто это? Штурмовик баргится. А что, не поделили-то, ребят? Вы что, дурачки, что ли? Ёлки, что-то не поделили, походу, ребята. Хотя, ну их нахрен, пускай. Сами-то не хочу я. Слышите? Слышим. Это что? Это что сейчас было? Это что сейчас было? Мужик побежал. Мы-то здесь при чем? Сами пускай разбираются-то. Кто-то подсвечивается. Мужик подсвечивается, просвечивается. А что они все подсвечиваются? Почему? Что происходит? Ладно. Давай дойдем. Продолжим. Ну что ж. Поехали. Наверное, там, может быть, где нужна карта доступа, наверное, нас с тобой потом туда пустят, я так понимаю. Что сейчас он что-нибудь расскажет, нас потом с тобой какую-то секретную комнатушку пустят, как обычно, что-то бывает. Погнали. Ну-ка, здравствуйте. Открываем дверку. А, наконец-то. Здорово, мистер Хэнс. Наш этот, бариста. Прошу прощения, чаю заварить не успел. Что-то мне бариста всегда представляется какие-то такими бородатыми мужиками, не знаю почему. Что значит встреча? Да что такая честь? Мы встретились. Что-то изменилось? Все, как раз об этом я хотел поговорить. А, я вспомнил, Курт Хансен.
Многогранный человек, преступник, солдат удачи. Для меня он бизнесмен, а бизнес не терпит вакуума. Над покойным полковником уже кружат стервятники, у солдата должны выбрать нового командира. Так вот, наверное, почему-то начали следствие все. Мы поможем им сделать выбор. Ставь, пожалуйста, щепку. Ага, и какое наше дело? Я думаю, о перспективе в пещере города ты можешь неплохо заработать. Главное, чтобы нам удалось предотвратить кровопролитие. Интересно. Вот это уже интересная тема пошла. Так понимаю, что у тебя есть свой кандидат. Подполковник Беннет, уважаемый человек из ближнего круга Хансена, который умеет вести людей за собой. Честер Беннет, ни хрена чуня с мордой. Голос разума велит отдать предпочтение ему, но, увы, есть и другой кандидат, его зовут Яго. Он стоит ниже в иерархии, он высоко метит. Хочет найти поддержку из неовудуистов. Если он метит, то, блин, зачем нам такие нужны, которые метят? Ты встретишь Яго, увидишь его отказаться, могу приступать. Я пас, мне хватит политики. Расскажите побольше о Беннете. Известно о Беннете. Чисти морскую пехоту. Чисти морскую пехотину, участвовал в операции «Ночной ливень». Приказывал, нас паривал, наград не просил, верно служил родине. Хорошо, что не ночная бабочка. Так. А почему Яго не подходит? Он бухгалтер, не солдат. При Хансен отвечал за финансы. Отчетами никого не очаруешь, Ви. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Ягода-да, ты ягода. Яго, Яго Сабо. Ты нет, а вот Агилар, да. Ты о чем? Хансен удерживал позиции благодаря своей сети контактов. Самые важные дела он вел с кубинским картелем. Почему у него рот не жерится? Так вот, Агилар, наверное, убийца из Гаваны, живая легенда. Почему он ртом не шевелит, когда говорит? Сейчас, когда в Гаване курирует сигарету, где-то на планете Агилар спускает курок. Счастливой случайностью у меня оказался его поведенческий оттиск. Ты узнаешь, что это. Значит, он киллер, значит, интригует. Что-то еще мне надо о нем знать. Настоящее имя неизвестно, число жертв неизвестно. Под коробным подсчетом несколько десятков на каждом из континентов. Возможно, все это сплетни, но репутация – веский аргумент в переговорах. То есть я притворюсь этим Агиларом. Получается, мне надо притвориться этим Агиларом. Встретиться с Яго и Агат, говорить его от необдуманных поступков проще простого. Ну окей. I'm Crystal. Давай, я Кристалл. Я приготовил чуть полезной информации и оружие. Ту же модель, что Агилар. Можешь взять и то, и другое. Взять оттиск, ладно, взять оружие, интересный экземпляр. Так что лучше-то? Давай оттиск возьмем, наверное. Угу. А, и то, и другое, интересный экземпляр. Ну-ка. Сделан заказ по уникальным чертежам, побеждает в любом споре. Ну, ясен хрен. Давай проверим чип Ви, надеюсь, костюм, попробуй активировать оттиск. Так, о! Костюм Агилара. Агиларчик. Сейчас мы твой костюмчик проверим. Так. О, чел хорош. А теперь давай оттиск завязаем. Культовая. Манцинелла. Моцарелла? Все. Мне теперь с этим револьвером ходить. Хорош. Так, что надо сделать? Куда? Ну-ка. Давай, оттиск поведения. Сейчас как мы тебя оттиск... Опа. Ну-ка. О, чел хорош. У меня мало времени, Хэнс. Если бы эта штука не сработала, тебе пришлось бы искать новые руки или новый псевдоним. Теперь мы с тобой в Нигер заделались. Так прошло лучше. Здесь ты его произведешь впечатление. Тоже мне сообщили, что скоро должен встретиться в письме в городе делегация вудуистов. Я вышлю координаты. Тоже обычно так же перед зеркалом стою. Деактивировать тот-то, складно. Хорош. Все, ништяк. Сработало, как говорится. Воу.
Что ты сделаешь, вудуист, меня не волнует. Решай сам. Мне важно только, чтобы Яга отозвал свою кандидатуру. Ну да, в принципе, что делать с кандидатом, наверное, неудивительно, что ему все равно. Когда зовешь к его благоразумию, позвонит, этого зависит будущее всего района. И твое тоже, не подведи меня. Не волнуйся, помни. Не переживай, я не подведу. Очень на это надеюсь. Удачи. Ну что, бариста. Добраться до места встречи Яга и вудуистов. Бариста, добраться до места Яга и вудуистов. Нормально. Ну что, помчали. Давайте как пройдем с вами до Тедова, до Тудова, тогда и продолжим. Смысла сейчас нету лишний раз тут ходить, поэтому погнали. Скоро увидимся. Короче, по пути здесь прилетел груз. Я не мог его оставить. Фуеву. Сейчас мы фуеву сделаем. Ну-ка. Сейчас мы их всех тут перезаряжаем. Во. Нормально. Хорош. Хорош. Ну-ка, ребята. Ать! 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 Ну-ка. Замыкание сделаем. Тоже замкнем, бабу, мужика замкнем, всех замкнем. Это вообще нужно по подавлению синапсисов сделать. О, ни хрена себе. Это что было-то? Как я так всех что-то попереложил на изи прям. Ну, как мы с тобой заберем. Мы тоже заберем. Ать, ну-ка, ингалятор. Ух, ни хрена себе. Это был нежданчик сейчас. Что-то как-то я провафлил этот момент. Надо было мне что-то... Я что-то вот привык уже, знаешь, как-то на пролом лезть. Мне привычнее, когда в дутом кале экран начинает весь у меня забрызганный тут помидорами. Мне как-то проще ориентироваться становится, чем в таких играх. А я смотрю, ну как бы что, не краснеет экран у меня как бы... Я на хп внимания не обращаю, в итоге провафлил. Молодец, Юра. Еще разок. Еще разочек. Еще разок. Одного заразим, второго давай. Они... я типа одних грохнул, потом там же другие еще. Какие-то вот эти вот какая-то алкашня. Вообще хрен поймешь, кем, блин, дерется. Какая там она? Вообще непонятно там, кто с кем у них сражается. Сейчас мы, ну-ка. Заражение одному. Второму. Третьему. Сейчас мы этого вообще-то подавление синапсисов давай сделаем. Ой. 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 Во. Хорош. Нет, раннер. Что-то там все успокоилось. Баба. Опа. Поаккуратнее, ребята. Все, да? Если репутация прибавилась, то, наверное, всех расхреначили. Подруга. Кредитный чип, ни хрена себе. Амнезия. Ёлки. Смотри, 9 косарей, ни хрена себе у тебя кредитка там хорошая была. Ну-ка, это мы тоже сейчас с тобой заберем. Смотри, как справились мы легко. Да, 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 но здесь главное не вафлить такие моменты, ребят, потому что что-то как-то бронька хренакс у нас с тобой слетела. Да посмотри, что здесь хоть нам дадут-то. 55 БД. 1С, хорош. Так. Чип грузоподъемности. Буря электромагнитный револьвер. Скачок напряжения. Что такое? Модификация электромагнитного орудия. Это хорошая штука, наверное. Мужик, здорово. Ты что? А, это баба? Прости, баба, не признал. Все нормально, успокойся. Она застыла, типа, чтобы это... застыла, типа, статуя. Я смотрю, не пойму, что она не трясется вообще. Баба, не трясись, все будет тебе нормально. Здрасте, это кто? Кто такие? Мне, конечно, простите меня, пожалуйста, но как бы, ребят, я все, конечно, понимаю, но... Это как бы... Ой! Все, отдыхаем. Не просто я не мог
Не обобрать этих мужиков. И баб тоже. На кому-то заберем. Биг Мак можно, ребят? Спасибо большое. Все, погнали по заданию. Простите, пожалуйста, что мы с вами отвлеклись. Короче, тут что-то мимо меня какой-то мужик проезжает. У него голова торчит из машины. Я решил его заразить. Пускай заболеют спидом. Так, все. Халай-бахалай, как говорится. И этого тоже давай еще заодно. Они меня, наверное, я думаю, что они меня, в принципе, не должны будут спалить, по идее. Плавление синапсисов давай ему сделаем. А, это тоже, смотри, на это тоже распространилось. Хорош, смотри, сейчас хренакс. Оп, раз, смотри, сейчас, раз. Померла, видишь, там, походу. Они там, наверное, померли в машине, я так понимаю. Ой, здрасте. Как у вас дела, ребята? Блин, я так, я прям не могу, кайфую с этого всего. Ну-ка, ать. Ой. Что-то все позаражались. Надо вот более прокачанную версию. Она вообще трындец будет, как дамажит их всех. А я здесь при чем? Че они на меня смотрят-то? Я же здесь не виноват, что они там все спидом заболели. Жесть, как вообще кибердек восстанавливается. Ой. Ой. И все. Вот так, ребята, это сидел и делается. Не надо даже никого трогать. Спасибо, можно я заберу? Дай-ка, ну-ка, блин. Ляжки поднимай. Так, мы с тобой рядышком уже. Привет, подруга. Какая-то. Я теперь понял, походу, с кого зомби срисовывали. Это с вот этих вот ребят. Видишь, Мария вся чешется. Походу, это педикулез называется. У нее, походу, она тем самым. Вши бабы. Так что мыться надо почаще. Так. Добраться до места встречи с Яго. Добраться до места встречи. Теперь тетиска. Как? Давай. Теперь тетиска. Как нам это сделать? Опа. Хорош. Почти. Почти попал. Я же почти попал. Да ты... Да. Сейчас мы с тобой... Ну-ка, да хорош ты уже, ну это самое, ну... Да, пришло время кубинцев. Сейчас мы с тобой... Активируйте с ёлки. А где я вообще... Фу. Охренеть, в какую-то помойку зашел. Непонятную. О, здорово. Какие люди. Вообще что-то какой-то молчаливый. Джонни. Некоторое время спустя... Найти способ избавиться от вудуистов. Может, попросить поговорить, может быть, с ними? Нам же не обязательно с кем-то сражаться. Уходи, это наша территория. Хрена себе, у тебя рога выросли. Волосяные. У меня хорошие новости, мы поговорим, и все останутся живы. Неплохая сделка. Ты что, как у мухи, блин. 8 глаз. Я тебя предупреждал. Вы что, охренели, что совсем? Ах ты собака. Псина. Пошел нахрен. Ни хрена у меня столько 840 кп. Ёлки, ну и отиск. Пошла нахрен. Хоть бы замедление времени бы сделали. Сейчас я так сбой сделаю. Ну, они по-хорошему... Я по-хорошему хотел с ним поговорить, видит бог. Все, вроде всех обезвредили. Иди сюда, собака сутулая. Все. Но я, ребятушки, хотел по-хорошему, видит бог. Опереться. Надо подождать. Нормально, так хорош. Да, подождем. Прямо на виду. А это такая тактика запугивания, какой-то дерзкий ягивар. Да уж, я такой... Ой, там этот, забрать надо бы посылочку. Все, всех перевалили. А вот они, ребят, еще не знают, что вляпались, мне их даже немного жаль. Что-то не так, босс.
А ты еще кто? Что происходит, когда на Кубе закуриваешь сигару? У меня для тебя сообщение. От кого? От моего руководителя руководства из Гаваны. Помнишь их? Агилар. Надо же. Мы знаем, что ты хочешь убрать Беннета с помощью своих новых союзников. Вудуисты не лучший выбор, Яго. Мои обладатели верят во Христа. Вау. Хрена себе. Я и не хотел их оскорбить. Чё-то не понял я сейчас. Это мы что, типа за пастора играли? Решили я несколько еретиков на место поставить при помощи револьвера? Ты вернешься на свое место, думаю, ты умрешь. Знаешь, что такое круговая порука? Если ошибаться хоть один, последствия расхлебывают все. А что это за бабище? Это кто, его подруга, что ли? Не пойму. Или кто это, его адвокат? Забудешь о комбинации, вернешься к своей прежней роли в организации. Чарли, думаешь, ты крутой? Докажи. Оп! Бах! Доказал. Жаль, другого выбора не было, правда. Значит, слухи не врут. Ну да. Я понял, я выйду из игры. Это мужик? Только чтение важный момент. Беннет, пешка, Арасаки. Они не хотят, чтобы он сдал им пёсий город. У тебя, конечно же, есть доказательства измены Беннета. Я знаю, где их найти. Он часто бывает в здании на республиканском проезде. Там сидит подставная фирма, которая принадлежит Арасаки. Что бы она там делает? Спроси у нее самого, сразу поймешь, что я прав. Становится интересно. Выключи отпечаток. Когда нет еды, то перегреешься. Беспокойся, лучше о себе, только разогреваюсь, Джонни. Не забудь читаться перед Хэнсоном. Или сперва проверь, о чем его протеже договорился с Арасакой. Как-никак в наших руках будущее песни города. Прикинь, в наших собственных руках. Деактировать Отис. Спасибо за помощь, Агилар. Еще спектакль, Агилар. Мана Кубана какая-то говорит. Мана на Кубане какая-то. Все? Встретиться с Беннетом до церемонии прощания с... Чего? Встретиться с Беннетом до церемонии прощения с Хэнсоном. Позвонить мистеру Хэнсу. Да куда, ёлки? Охренеть! Вы чё, добрый вечер? Это куда? Ёлки. Батюшки мои. Перец так перец, да. Дополнительные миссии. Вот они, ребята, интересные дополнительные миссии. Здесь по прямой попроще будет. Погнали. А чё я так еле-еле хожу-то, хрен ли? Все, снимаю, она уже не нужна с тобой. Как снять-то? Брать. Во, в труханах так повеселее будет. А чё у меня такой восклицательный знак нарисован? Зачем? Почему он у меня сам по себе-то еле ходит, вообще не пойму. Короче, когда доберемся до места, продолжим. Мистер Хэнсон звонит, я не успел доехать. Эй, берега, тут же произошла резня, и устроил Леон Рейнер, бывший солдат Бернса, прослуживший там много лет. Семьи жертв требуют найти наказать по справедливости. Ровно сети расскажут Биана Долсона, которая неформально управляет трущобами, неудачная охота. А, это типа как от него задание. Хэппи Ханин. Ханин! Ханин, я падаю! Ханин, спасите! Тип заказа, нейтрализация. Мужик, ты как там? Нормально? Ты тоже упал. Живем. Нормально. Так, погнали. Нам уже рядышком. Итак, мы с вами пришли на место. Время Агилар поболтать с Беннетом. Сейчас мы поболтаем. Что говорит мой дед? Мой дед был королем, ни хрена себе. Ёлки, мой дед был королем, смотри, полное равенство.
Не, ну если у него была деменция, то он может быть не только королем, а еще кем угодно мог стать. Ой, правда, я без костюма. Погоди, я же без костюма. А, вот, смотри, костюм сам оделся, хорош. Ждем. Некоторое время спустя. Итак. Приезжает. Кто-то у нас с тобой на Акадиллаке. На Шевроле, походу. Это не тот, которого мы ищем, наверное, его охранник. Убери его на всякий случай, если хочешь получить преимущество. Сейчас мы, ну-ка. Обезвредить водителя. Ладно, 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 ладно. Все, успокойся, мужик. Все. Отдыхаем. Так, спрятал бы тело водителя, подождал бы на этом машине. Ну ладно, давай спрячемся в помойку в стиле Хитмана. Ну-ка, убираем мусор. Все. Хорош. Хрустальный графин заодно возьмем. Подождем в машине. Посидим. О, а вот и он. Лег на память, да? Думаю, друг друга поняли. Мне песи город пришлют две боевые группы без познавательных знаков. Здорово. Ну что, такси заказывали? Куда едем? Поехали, Гордон. Гордон Фриман. Но было тяжко. Ты бы видел, как эти японцы затягивают галстуки. Здорово. Я не Гордон, мужик. Я не Фриман. Эй, ты кто? Агилар, прикинь, это я. Как прошла встреча? Та, о которой мне знать не полагалось. Агилар, давай все обсудим. Понимаю, как это выглядит со стороны, но это урод Яго. Ваш бухгалтер, да, он хочет меня убрать, Росака обещала мне поддержку. Взамен они хотят пользоваться нашими каналами переброски. Я хотел захватить ваши каналы переброски, глупо надеюсь, что будет иначе. Я противодействую в общих интересах, и наших, и ваших. А если Яго не будете мешать? Сойдет с дистанции, возможно, я с ним уже поговорил, возможно, он осознал, что ошибался. Он без мыла в жопу залезет, я вижу, когда мне лгут. Яго сказал правду, он тебя поддержит, и я тоже. Нет, это ладно не дело. Один кубинец на моей земле сделает больше, чем 10 отделов Росаки. С этим мы разобрались. Я забуду про японцев. Все. Только один вопрос. Где мой водитель? О нем тоже лучше забудь. Водитель твой отдыхает. Он временно безработный. Отойти, деактивировать утиск Агилара. Надо было, наверное, куда-то подальше спрятаться нам с тобой, только тогда уже деактивировать ты его. Спасибо за работу, Агилара. Можешь немного отдохнуть. Да уж. Прикольно. Что сказать. Придется тебе ехать самому, одному. Все? О, а что у него, смотри, указано, что двое едут в машине. Ну-ка. Водитель появился, прикинь. Ни хрена себе, он себе нового водителя нанял. Ну что, мистер Хэнсу давай звонить. Ну-ка, мистер Рука. Сейчас позвоним мы тебе, мистер Хэнс. Хеллоу? Мистер Руки. И как успехи, я его уже изменил свои планы. Изменил. А в лысых тоже можно забыть. Замечательно. Хочешь сообщить о чем-нибудь еще? Я вроде как... Я встретился с Беннетом. Он оказался марионеткой Росаки. Не волнуйся, вернулась свободно, надеюсь, навсегда. Я не просил об этом, но спасибо, что привел инициативу, как управленец Беннет по-прежнему лучше Яго. Пожалуйста. Чё ж, что теперь? Время отдать почте павшим. Агилар появится в церемонии похорон Хэнсона и обеспечит смену власти.
Да, то есть смена может не произойти. Такие события вызывают сильные эмоции, люди могут вести себя иррационально. Прошу не пройдет черный сафири, Агилар пойдет туда без проблем. Ясно. Чего это? Ладно. Короче, что-то сказал, что сказал непонятно. Короче, нам с тобой надо идти добраться к черному сапфиру, но это будет уже только в следующей серии, поэтому на этом пока что. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Вам спасибо за внимание, до встречи, скоро увидимся, переключайтесь, огромное количество гайдов. Вот спросите, если круто, можете идти мне на канал, с вами больше Верантка, будет очень классно, круто, здорово и интересно. До новых встреч, скоро увидимся и пока-пока, не переключайтесь, ребятушки.